Фреймут с мужем и сыном. Первое совместное фото. Телеведущая Ольга Фреймут впервые поделилась семейной фотографией, на которой она запечатлена с гражданским супругом Владимиром Локотко и сыном Валерием. Ведущая Ольга Фреймут, в мае ставшая мамой во второй раз, мастерски совмещает материнство и работу на телевидении. Все свободное время звезда проводит с семьей, которую с недавних пор больше не скрывает от общественности. Так, на своей странице в Instagram Ольга Фреймут поделилась первой совместной фотографией с гражданским мужем Владимиром Локотко. Пару сфотографировали во время прогулки с 4-месячным сыном Валерием. Судя по всему, снимок сделан во Львове.